звуке, если бы я включил, был бы совсем молодец. Итак, значит, там у нас есть человек, Ксения, как это, батько, слышишь ли ты меня? Ксения, меня слышно? Вот, обычно слышно, но бывают глюки просто. Да, пишет нам Ксения, слава тебе, Господи. Значит, повторюсь еще раз. Походы эти наши замечательные князя Голицына, они часто считались какими-то неправильными, неудачными, а князь Голицын сам весьма таких скромных возможностей человека. Но если мы будем говорить по чести, то есть точка зрения в современности, опять же, что, в общем-то, ну, это все не так уж и плохо, и вообще цели захватить Крым в тот момент и не ставилось, а князь Голицын занимался очень полезным для священной лиги делом, а именно отвлечением сил Крымского ханства, которые неминуемо в противном случае бегали бы и давали оторваться либо полякам, которые были нашими союзниками в тот момент, либо еще кем-нибудь. Значит, теперь давайте говорить про Петра. Значит, в итоге Петр у нас забирает власть в свои руки. Вот, он, собственно говоря, побеждает в противостоянии с царевной Софьей. Вот, то, на чем мы с вами закончили. И в итоге Софья отходит от власти. Я не буду уж сильно подробности психологических характеров выписывать вам. Ну, на это времени немного. Даже если у нас будет 3 лекции, то все равно надо быть очень в темпе. А, так вот, поехали. Значит, Петр I, что мы можем про него сказать? В итоге он с конца 80-х становится фактически с начала 90-х единоличным правителем нашего государства. И его деятельность не заставляет себя ждать. В итоге первым, пожалуй, его таким важным действием становится попытка борьбы против турок. Турок, потому что, когда он приходит к власти, Великая Турецкая война, вот эта, про которую я вам уже говорил. Где она есть? Она еще не закончена. Она еще не закончена. И, собственно говоря, первым таким мероприятием, ну, помните, да, еще раз вам напомню, что Великая Турецкая война, она продолжается. Война идет, в русском царстве происходит трансфер власти, что называется, но в итоге война все еще идет. И идти она будет, как вы видите, почти до 1700 года, до 1699. А, там была Венская битва, но про это я в прошлый раз говорил. В рамках и в логике этой войны Петр, который, несмотря на его антагонизм с Софьей, производит известные, великие в чем-то, наверное, азовские походы. Запишите себе азовские походы Петра I, коих было 2. 1698 и 1600... Ой, все собрал. 95 и 96. Не так давно пришедший к власти Петр на внешнеполитической арене делает свой первый явный акт и идет на Азов. Я вам в прошлый раз, по-моему, рассказывал уже, в чем особенность Азова. Почему выход к Азовскому морю это вроде бы неплохо, но сопряжено с рядом трудностей. Помните? Ну, про географию. Про Керченский пролив и про Босфор. Угу! Угу! Вы как-то живее, вы же молоды. Пойди на дискотеке на школьной, ты не так отжигаете, а тут что-то... Я понимаю, что вечер, четверга не самое время потрясающей активности. Ну, вы как-то живее реагируете, чтобы мне по 2 раза одно и то же не рассказывать. Но, тем не менее, Азов был достаточно важным центром для турок контроля их вот северного Приазовья, Причерноморья. Вот Азов, напоминаю, находится на территории РФ недалеко от Ростова. Ну, причем это не вновь присоединенные какие-то регионы там, бывшей Украины, а это вполне себе исконно Азов наш. Так вот, Азов, тем не менее, несмотря на то, что выход к Азовскому морю не давал сразу автоматически выхода к Черному, даже уж тем более к Средиземному, но в рамках общей войны с Турцией это был достаточно неплохой акт. И в итоге Азов был взят русскими войсками. Значит, первый у нас поход был
по решению предпринят после некоторой паузы, потому что мы с вами говорили, что были походы Голицына, да, они в 87-89 году не слишком были удачны в целом, ну, максимум, что они сделали, это отвлекли несколько сил татар и турок. Ну и вот, получается, через 5 лет было решено двинуться на Азов. Не в Крым, а Азов. Почему? Ну, давайте откроем карту, даже вполне современную, и просто посмотрим, кто куда двигался. Потому что, знаете, какой предмет самый западающий, по моему вот, наблюдению у детей? И даже с ней все очень плохо. А ну и с историей как-то бывает тудым-судым. Но с географией что-то совсем грустно-тище. Вот. Ну вот, смотрите. То есть, на самом деле, походы на Азов были проще в организации. Ну, потому что, учтите, что Крым, ну, то есть, он дальше, да. Азов находится на Дону. А Дон, Донское казачество, это, в принципе, река, подконтрольная русскому царству. С другой стороны, для того, чтобы дотопать до Крыма, тут надо, на самом деле, сделать достаточно длинный крюк через не очень гостеприимные земли, достаточно сложные, то есть по расстоянию, а понимаете, есть такое выражение, что новички занимаются стратегией, а профессионал логистикой. Логистика, запомните это себе, просто для понимания военных действий, в любой военный поход, он сопряжен с логистическими сложностями. Вам нужно, ну вот смотрите, значит, в Азовский поход, здесь, по крайней мере, приводятся данные, да, у нас, значит, здесь группа 10 тысяч человек, 7 тысяч человек и 13 тысяч человек. Всего примерно около 30. А представьте себе, сколько в день сжирает 30 тысяч человек. То есть 30 тысяч человек вам нужно обеспечить пропитание. Вам нужно это пропитание им подвозить. Вам нужна вода. Ну ладно, в районе Дона с водой нормально, а вот в Крыму крупных рек нету. Поверьте, река типа Ини или Берди для Крыма это прям огромная река, потому что у меня дом стоит недалеко от одной из крупнейших рек Крыма, это этот Бельбек. Ну, блин, по нашим меркам это почти ручей. Ну, то есть его рекой-то назвать так довольно сложно. Вот. А вода нужна. Ну, вот представьте, вот вас отправить в поход, всей вот, сколько вас тут есть, сколько вы в день сожрете, да? А тут 30 тысяч человек. Поэтому подвоз продовольствия, подвоз воды, профилактика заболеваний, кормить животных надо. Вы же не на своем горбу это все тащите, у вас быки, там лошади, которые телеги тянут. В общем, плечо как бы логистическое, ну кто пойдет в экономику, узнает. Такое плечо снабжения, выражение. Оно, естественно, в Крым гораздо длиннее и сложнее. Поэтому походы на Азов были организованы проще. Тем более, как вы помните, еще в предыдущей эпохе был такой эпизод, как Азовское сидение, когда казаки донские вообще просто сами захватили Азов и довольно долго там сидели. Вот, поэтому походы на Азов были довольно, с одной стороны, болезненными для турок, потому что тут был один из центров их влияния, а с другой стороны, это был достаточно подъемный для русского царства проект. Значит, поход этот был первый, ну, скажем так, не самым удачным. Имейте в виду, что наши прошли, нашим удалось занять несколько оборонительных центров, башен по Дону, выше Азова, вот, ну вот и все. То есть сам Азов в результате первого похода взят не был. Имейте в виду, что обычно первый поход у нас трактуется и вовсе как неудачный. Я не был бы так категоричен, то есть он не был прям-таки провальным. Ну и сказать, что он прям такой классный, ну тут вот видите, написано «поражение России». Ну, скорее, Россия не достигла своих целей. Разгрома русской армии там, в общем, не было. Гораздо успешнее был второй поход 96 года, который был лучше организован, который увенчался успехом, и русские войска взяли Азов. Ура, ура! Как вы видите, правда, через 15 лет его отдали, но это, как говорил Леонид Каневский в своем шоу, совсем другая история. До нее мы доберемся. Значит, Азовский поход, Азовские походы
не с первого раза, но дали определенный все-таки импульс для развития и русского военного дела, и веры царя в собственные силы, и главное его укрепление, и укрепление его влияния на внутреннем рынке, что называется, да, для русских людей, он показал, что он способен вести достаточно успешные войны. Пусть локальные, все-таки взятие Азова это не что-то связанное с походами там, за тысячи километров, но достаточно успешно все произошло. Азов все-таки это крупная крепость, и взятие его оно очень осложнило сношение турок между различными частями своей сферы влияния. Дело в том, что турки в это время контролируют с одной стороны Крым через крымского хана своего вассала, а с другой стороны их вассалами являются правители Северного Кавказа. И взятие Азова фактически вбивает клин между вот этими частями. Крымского моста-то не было, по понятным причинам. Поэтому вассалы Турции вот здесь вот на Северном Кавказе и крымский хан с взятием Азова, ну вот Ростов-на-Дону, вот тут Азов, фактически оказались разделенными. То есть, в общем-то, это была локальная, ну, вполне достойная победа. Слава тебе, Господи. Значит, но тут Петр, окрыленный этими успехами, запишите себе, отправляется в Великое посольство. Русская дипмиссия едет в Западную Европу. А Петр едет тоже. Он оставляет там, вместо себя людей, которым делегирует свои полномочия. Он едет в Европу. Зачем он едет? Едет он для того, чтобы координировать действия об этой великой войне с турками. Он едет инкогнито, ну как, условно говоря, инкогнито, под видом этого самого, господи, в общем, под видом одного из членов посольства. Все, в принципе, догадываются, что он царь, но он, так сказать, вот, не совсем официально едет. Он едет, но он сталкивается с новым для себя открытием, что в Европе от Великой Турецкой войны народ немножко подустал. То есть война идет к своему завершению. У Петра, что называется, только поперло, да, он только взял вот вроде как первые крепости, Азов и несколько там более мелких укреплений, вот те же самые эти башни. Но в Европе усталость. Европа уже, в общем-то, получила то, что хотела. Турок сумели локализовать, что называется. То есть Великая Турецкая война фактически прекратила существование Турции как угрозы такой экзистенциальной для европейского мира и превратила Турцию просто в одну из крупных держав. Ну, довольно мощную, но тем не менее... Если в начале этой войны турки были в состоянии... Вы, кстати, можете все остальное писать. Это все равно придется писать. Только я потом про это расскажу. Если вам, так сказать, просто сидите. Дойдем сейчас мы до Северной войны. Значит, вот это вот посольство привело Петра к мысли, что на самом деле тут зреет новая войнушка уже на севере Европы. Ну, если Турция, как вы понимаете, это скорее юг Европы, вот, то... Зреет противостояние шведов и их соседей, а именно датчан и Речи Посполитой. Престол Речи Посполитой, как вы помните, польско-литовское государство, оно у нас обладало фактически выборным, системой выборов монарха. И, в общем, там к власти приходит постепенно представитель саксонского правящего дома. Вот, этнический немец, как бы мы сейчас сказали. И вот шведы, дело в том, что в 17 веке в ходе тяжелейшей для Европы 30-летней войны очень усилились и превратили Прибалтику в свое внутреннее море. То есть по всему побережью Прибалтики они фактически имели свои точки контроля. Ну и вы помните, что после смутного времени они, допустим, отрезали Россию от Прибалтики. Понятное дело, что была какая-нибудь Дания, у которой были... своей территории. Но вот Дания как раз и хотела подвинуть шведов с их вот этого вот главенствующего положения. В итоге царь Петр понимает, что, ну, по факту идея с продолжением войны против турок, она не встречает большого оптимизма у европейских монархов, а вот идея войны со шведами за Прибалтику, она напротив
имеет определенные перспективы. Значит, еще раз взглянем на карту. Я вам уже говорил, что если Азовское, Черное море, они отделены от Средиземного целым рядом очень узких проливов, Керченским проливом, ну, он же Босфор Кимерийский, Босфором и Дарданеллами, то в Прибалтике столь узких проливов все-таки нет. Да, тут есть довольно узкие места, но они в десятки и сотни раз шире, чем тот же Босфор. Поэтому, в общем, война на севере с точки зрения торговли дальнейшей повыгоднее будет. Вот. Поэтому Петр постепенно приходит к мысли о том, что, в общем-то, война на севере – это не самый плохой вариант. Попутно нанимаются специалисты, идет, в общем, достаточно активная подготовка кадров и так далее. А Великая Северная война, Турецкая пока. А Турецкая война заканчивается благополучно, ну, по некоторым данным, в 99-м. С Россией мир фактически был подписан скорее уже ближе к 700-му. Но в итоге, значит, в 99-м году подписан Карловицкий мир, да, и, собственно говоря, в итоге произошли следующие изменения. Здесь чмуть украинскую мову, но это не страшно. Нам, в принципе, я думаю, тут понятно. Смотрите, поляки, значит, приобретают территории вот здесь, то есть той, ну, как бы центральной Украины, говоря русским языком. Российская империя, помимо Российское царство, это не империя, это важная оговорка, кстати, приобретает вот эту территорию. Вот венецианцы приобретают значительные территории здесь вот в районе Адриатики. Вот, ну, собственно говоря, может быть, карту поприкольнее сейчас найду. А то это какая-то очень локальная, как-то бы ее немножко побольше. Ага. Ну-ка, на немецком, может, на сербском, это их касалось. Ну, тут как-то скучно. Какие-то локальные очень карты. Ну, в общем, вы поняли. Определенные. В итоге Азов получает уже фактически становится частью нашей территории. Это, конечно, все хорошо. На китайском как-то. Китайцев, ну, китайцы вообще. 32 строчки. Не очень, видимо, это их интересовало. Ну, в итоге, значит, Азовский поход у нас все заканчивается. В итоге подписывается в 1700 году так называемый Константинопольский мирный договор. Вот. В итоге Россия получает территорию Азова, собственно, Таганрог, Павловскую, Мюзну. Таганрог, кто не знает, это фактически пригород Ростова. Да. Вот. И в итоге русские часть территории отдают. Вот. Ну, в общем, фактически этот договор, он завершил азовские походы с некоторыми территориальными приобретениями для России. Может быть, тут есть карта. Если она будет, хорошо. Не будет, тоже не страшно. Я вам, в принципе, показывал уже, где там что находится. Вот, короче говоря, российское государство действительно кое-чего от этих войн выиграло. Но на дворе приближалась война с Швецией. А, значит, Северная война – это достаточно серьезный конфликт, который мы с вами сейчас разберем, ибо без нее как-то никак. Значит, причины войны. Да? Причин у войны было несколько. Во-первых, я уже говорил, что Швеция совершенно серьезно и сильно изменила свой социальный статус в 17 веке. Будучи в начале 17 века достаточно местным таким небогатым государством, после 30-летней войны, одного из крупнейших конфликтов в истории этого самого европейского континента, стали напротив весьма сильны шведы, и стали они
в итоге гегемонами в Прибалтике. Понятное дело, что это вызвало большое трение с другими европейскими державами. Вот. А в то же время русские правители, в тот момент Петр, он помнил о том, что, в общем-то, когда-то в Прибалтике было место и русским. Причем не просто место, ну, во времена Новгорода, там многие финские племена платили дань Новгороду, ну и так далее. То есть, позиции России в Прибалтике исторически были довольно сильны. Причем, имейте в виду, помните, я вам говорил, что Борис Годунов еще, а это прошло-то всего, ну, 100 лет, это не так много. Это все помнилось хорошо, что Борис Годунов вернул утраченные даже после Ливонской войны территории Яма, Копори, это мы все с вами писали. Поэтому естественно, что он, Петр в смысле, стремился вернуть позиции нашего государства там. В итоге складывается коалиция, основные деятели которой это Россия, это Дания и Речь Посполитая с одной стороны и шведы с другой стороны. Этими четырьмя политическими игроками не ограничивается война, потому что, я верну предыдущую таблицу, дело в том, что там были и более мелкие акторы, которые там, собственно говоря, воевали. Значит, ну, я вам уже говорил, что с одной стороны, это шведы, ну, при поддержке некоторых немецких государств, временами Британии, вот, и с другой стороны это Россия, Датско-Норвежская уния, дело в том, что Норвегия вот это принадлежит Дании, ну и ряд ее союзников, там какие-нибудь, например, пруссаки в конце войны или саксонцы в большую часть конфликта. А, ну, основные акторы я вам перечислил. Значит, сначала, ну, война началась не совсем так, как хорошо, как было бы хорошо для нас и для наших союзников. Так задумывалось, да? Значит, первый период обычно выделяется датский период. Мы ее подробно разбираем, мы будем не все конфликты разбирать столь подробно 18 века, но про Северную войну у нас любят, так сказать, определенные какие-то задания делать, поэтому про нее скажем чуть подробнее. Значит, ну и тем более она имела такой смысл различительный для русского государства характер. Начинается все плохо. Шведы быстро нападают на Данию. Дания страна в целом небольшая, даже с Норвегией, разносят ее, выводят ее из войны и из союза. В это же время русская армия получает жестоко по башке от шведов под Нарвой. Не то чтобы русское войско полностью истреблено, но оно вынуждено отходить и, в общем, довольно безрадостная складывается картина. Обрадованные успехами, которые ему удалось получить, которых он добился в Дании, Карл XII идет на следующего игрока крупного, это Речь Посполитая. Речь Посполитая, то бишь польско-литовское государство. Правит там тогда правитель, руководитель Курфюрст, это такой титул немецкий, Курфюрст Саксонии, вот, которого... Сейчас мы его найдем здесь. Август, где ты? Август, где ты? Куда дели Августа? Угодите. А, вот он, Владимир. Да, Август Сильный или Фридрих Август. Вот такой вот крепкий дядька. Он, в общем, был достаточно рослый. Они с Петром были примерно одного роста. А вообще, по происхождению немец, курфюрст Саксонии, то есть правитель. В то же время он был избран королем, вы тут видите, королем Речи Посполитой в 1697 году. Потом на 5 лет он был с этого поста смещен после некоторых неудач, но после битвы под Полтавой вернулся на свое место. Он был сторонником борьбы против шведов, вот, и воевал он, в принципе, неплохо. Правда, громких побед, ну как неплохо, громких побед как-то от него, в принципе, было не видно, но он умел уходить от крупных сражений. Саксония, чтобы вы понимали, находилась это, как бы, сказать, центральная Германия, говоря современным языком, чтобы было понятно, кто это такой. Так вот, наш достопочтенный Август II, он как раз испытал всю мощь шведского оружия,
во второй период войны. В этот период никаких крупных успехов он особо не добился, но он сумел, скажем так, 5 лет бродить по территории Речи Посполитой, и шведы ходили за ним. В общем, пока они там ходили, он отвлекал на себя определенные силы, и это имело немалые последствия. Дело в том, что пока значительная часть шведской армии бродила по Речи Посполитой, гоняла Августа II, русские войска, не будь дураки, добились значительных успехов. Было взято в течение вот этого периода аж 3 крупных крепости, не считая более мелких укреплений. Это Шлиссельбург, русский орешек древний, Нарва, которую вот через 4 года после неудачи под Нарвой удалось взять, и Тарту. Вот это уже 1704 год. В это же время строится Санкт-Петербург. Поначалу как один из городов, но впоследствии, как вы знаете, ему суждено будет на 200 с лишним лет стать столицей русского государства. Значит, в итоге вот этот период, несмотря на то, что в итоге Август II вышел из Северного Союза и вынужден был сложить с себя полномочия короля Речи Посполитой, и там был поставлен прошведский ставленник, в итоге все-таки его деятельность на ниве затягивания конфликта и отвлечения сил дала свои плоды. Ну и следующий период — это так называемый русский период, где основным противником шведов становится Россия. Периоды, сразу скажу, это не то, что, знаете, какой-то там часы пробили, и там с сегодняшнего дня у нас русский период войны. Это довольно условное деление, просто по тому, с какой страной Швеция, с кем из своих противников шведы воевали наиболее активно. В это время шведы воюют против России, но, как ни странно, не там, вот где их подвинули. Да, основные боевые действия происходят не на территории северной России, как бы сейчас сказали, да, северо-запада, там, где как раз Шлиссельбург, Нарва. Война происходит на территории современной Украины. Дело в том, что Карл XII фактически ставит под свой контроль Речь Посполитую, и на территории Украины начинается... Ну, а Украина, она потому так и называется, что Украя. Слово «украины» и «окраины» — это однокоренные слова. Даже близкие по значению. В старорусском языке «окраина» — это то, что с нашей стороны украинцы, а «украины» — это то, что за границей, но тоже рядом. Ну, к примеру, какой-нибудь взять у нас границу с Казахстаном, вот какой-нибудь Змеиногорск — это «окраина», а какая-нибудь на казахстанской стороне Шимонаиха — это «украина», если бы вот тем языком нам говорить. Так вот, на этой территории разворачиваются дальнейшие события. Оказывается, что русская армия уже достаточно неплохо научилась воевать, и она способна не просто, так сказать, брать крепости, но еще и побеждать в полевых сражениях. Два крупных поражения терпит Карл XII. Сначала терпит поражение не лично он, а идущий на помощь ему корпус генерала Левенгаупта под деревней Лесной в сентябре 1708 года. А в лето 1709 года, в июне, происходит и вовсе такое грандиозное событие, как Полтавская битва. Одно из известнейших сражений в эпохе нового времени в России. Итак, Полтавский бой заслуживает отдельного разговора. Значит, Полтавская битва происходила на территории нынешней Украины, как ни страшно, в районе Полтавы. Да? Где находится Полтава, если кто забыл, давайте найдем ее. Собственно, это ныне Полтава. Вот, собственно, она родимая. Вот она, Полтава. Это у нас, как бы говоря современным языком, что, можно сказать, центральная Украина. Полтава, где находится, это получается вот этот наш берег Днепра, левый, потому что Днепр сюда течет, если встать сюда лицом, будет левый берег. Значит, кто же там сошелся? Сюда пришли шведы,
которых поддержала часть запорожцев. Дело в том, что у Петра сложились непростые отношения с запорожским казачеством. Часть запорожского казачества под началом гетмана Скоропадского, Ивана Ильича, вот его портрет, поддержала Петра I, но часть гетманов, часть казачьей старшины, ну, старшина это как бы наиболее богатые, наиболее влиятельные казаки, во главе с Мазепой и Гордиенко, они переходят на сторону Карла и участвуют в сражении против русского государства. Кстати, вот тут вы видите Калмыцкое ханство. Дело в том, что калмыки в этом сражении открыто почти не участвовали, они были в резерве. Вот. В итоге сражение, имейте в виду, что у русской стороны было побольше сил, но в целом Карл XII был практически уверен в победе. Был уверен в победе, потому что до сих пор ему удавалось меньшими силами за счет более профессиональной армии громить армии европейских государств там в меньшинстве. Тем более, имейте в виду, что некоторая часть русской армии состояла из калмыков, казаков, которые, в принципе, были боеспособны, ну, значительная часть калмыков вовсе была вооружена луками. Ну, то есть, как бы, они могли участвовать в каких-то там партизанских операциях, но в такой вот правильной войне с строем они уже, в общем, эпоха была уже немножко не та. Так или иначе, победа была одержана, как вы понимаете, русской стороной. Ну, можете здесь прочитать подробно, каким же образом Карл собирался победить. Вот он, собственно, думал, что русские будут скорее пассивную роль играть, но оказалось, что нет. Оказалось, что русская армия научилась воевать. И Карл, тут еще понимаете, в чем дело? Потери Карла оказались просто колоссальными. В итоге шведы потеряли только убитыми, ну, по их данным, около 7 тысяч, а по данным русской стороны около 10. Ну, тут понятно, что есть умирающие от ран, да, тут есть некоторые сложности. В итоге происходит следующее. Наши одерживают победу, а шведам некем уже на таком уровне восполнять свои силы. Имейте в виду, что у России со Швецией будет несколько войн уже в дальнейшей эпохе. Все они будут заканчиваться, ну, собственно, шанс на победу был, пожалуй, только в Северной войне у шведов такой реальный. Но проблема была в том, что Швеция достаточно небогатая страна и, главное, не очень демографически процветающая, там мало народу. И восполнить вот эти потери, еще и натренировать этих людей, там, выучить их, было почти невозможно. Как это ни странно, имейте в виду, что следующие 12 лет войны, на секундочку, то есть большую половину, никаких крупных сражений со шведами, таких вот наземных, сопоставимых с Полтавской битвой, не будет. Если война 12-го года с Наполеоном, да, она имеет несколько, хотя она длилась почти, ну, почти практически год, там будет несколько крупных сражений, помимо Бородинского. В Северной войне крупных сражений, сопоставимых с Полтавой, больше не будет. А будут на флоте, да, в море будут, на суше почти нет. Но в дело ввязывается еще один игрок, и следующий период, про который мы будем говорить, это турецкий. Дело в том, что Карл XII во главе со своими остатками армии и некоторыми верными ему, там, оставшимися верными запорожскими казаками и прочими, отходит на территорию Турции. Ну, Турция в тот момент, я вам уже показывал карту, это отнюдь не современная Турция, а это территория, включающая, допустим, современную Южную Украину, Молдову, Румынию и так далее. Поэтому туда как раз отходит вот этот вот наш замечательный Карл XII. При дворе турецкого султана возникает идея возобновления войны против России. Но тут как раз Петр I организует прусский поход. Русская армия, ободренная успехом Полтавы, идет в поход вот в эти вот как раз земли северного и северо-западного Причерноморья. На реку Прут. Ну, как бы, где река Прут протекает, сейчас я вам покажу.
река Прут. Вот, ну, Прутский поход можно сразу посмотреть. Вот, видите, территория Молдавии, вот Дунай, вот Яссы, Кишинев. В общем, это вот Днестр, да, здесь у нас сейчас Приднестровье и Молдова, здесь уже Румыния. Вот сюда как раз идет наша армия достопочтенная. Но происходит так, что вот здесь вот, на реке Прут, армия Петра попадает в окружение. И фактически Петр I вынужден уйти из этого региона и отдать Азов. Имейте в виду, что по результатам прусского похода Россия снова отдала Азов туркам. Есть разные оценки, пока что вы пишете, прусского похода. Некоторые оценки такие, что это было поражение. Там есть история про то, что тогдашняя жена Петра, Екатерина I, отдала в качестве взятки свои украшения турецкому паше, то бишь сановнику. Да, и тот такой глюпый, как бы повелся на взятку и отпустил Петра I. Конечно, тут все немножко сложнее. Турки понимали, что даже если им удастся вот это блокированное войско Петра I армию и победить, то это будет ценой колоссальных потерь. Ну да, то есть они могли там задавить, наверное, русские войска в прусском походе, но это стоило бы им колоссального, как колоссальной потери людских ресурсов. Потому что русская армия воевать умела. И если уж она шведов отделала, то уж с турками там бы был очень невыгодный для них. Даже в случае победы это было бы невыгодно. Конечно, будь у них возможность, они бы русского царя попытались прибрать к рукам. Но турки, скажем так, понимали, что с одной стороны они вроде молодцы и блокировали русскую армию, но в случае активных боевых действий поляжут много народу. А Петр понимал, что он зашел не туда немножко. И в случае чего его могут такие победить. Да, он нанесет врагу большие потери, ну и что, как бы. Это не так здорово. И можно малой кровью этим самым Азовом, который 10 лет назад был взят, и который, как я уже вам говорил, ну, хоть и давал формальный выход к морю, но преференции от него были такие себе. В общем, турки и русские друг друга поняли. Русские ушли, отдали назад Азов, а турки, скажем так, им в этом не мешали. Вот. Поэтому вот такой прусский поход. Это к вопросу о том, что Петр I, несмотря на значительные его успехи в военном деле, все-таки назвать его, знаете, полководцем, который не проиграл ни одной битвы, было бы не совсем справедливо. Хотя очевидно, что Полтава была сражением значимым. Вот. Помимо того, что я вам говорил про прусский поход, значит, в итоге... Еще немножко, так сказать, туркам испортило настроение то, что в это время, пока, значит, основную армию обложили, отдельный корпус дошел до города Браилов, ну, ныне это Браила, он, по-моему, так называется сейчас, и его фактически...